До 2022 года в столице построят более 350 километров дорог. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Пресс-служба стройкомплекса столицы сообщает, что до 2022 года в Москве планируется построить 352 километра дорог. В это число входят 105 искусственных сооружений, мосты, тоннели, эстакады и 58 пешеходных переходов, уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он отметил, что мэром столицы Сергеем Собяниным поставлена задача сосредоточить основное внимание на формировании Хордового кольца. Строительство северо-восточной и юго-восточной хорда, а также южной ракады, будет ключевым проектом на ближайшие годы. Общая длина Хордового кольца составит 355 километров. Оно обеспечит удобные транспортные связи для жителей 73 районов города. Пока это все, еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!